Доброе утро, друзья. Убирал двор, потому что намечается дождь. И как бы я с первым делом еще ничего не делал, только проснулись и быстренько поубирал двор, немножко поподстилал там индюкам, у тебя там цыплятам. Спрашивали, где цыплята, куда делись, которые сидели возле индюков на месте. Просто не показал, я у них не поубирал. А вы мне это... Пишите, что они сидят в грязи. И, в общем, ну, как бы, у цыплят всегда сухо. Ну, а сейчас поподстилал, сейчас вам все покажу. А это вот в огород пробежался, там под деревом такой куст вот зеленый прям рос. Нужно еще кукурузы принести. Кукурузу едят отменно, прям одни палки остаются. Ну, и огород сразу чистится. А пока вот, чтобы чем-нибудь их занять, кинул им травы. Так, я вот наблюдаю за вот этим гусенком, у него застряло, не может откусить. А ловить его это еще хуже, чем подождать, пока он ее откусит. Листок один проглотил, а целый куст от кочана проглотить не может. И, короче, оно у него вроде висит, а он откусить не может и не может кушать траву из-за этого, видите? Так, наблюдаем еще 5 минут за ним. А потом будем гоняться, и они будут еще больше бояться. Лучше подождать. И еще, знаете, что я заметил? Тут у одного гусенка
такая вот, ну, если можно ее назвать щекой, шишка вылезла, что-то напухло у него там. Я его поймал, потрогал, оно плотненькое, там не жидкость. Не знаю, может, ударился об что-то. Сейчас, если увижу, то покажу. Какой-то из вот таких темненьких, или тот, или этот. Короче, по левой стороне. Так, а теперь этого потерял, у которого трава в клюве, у которого этот в клюве качан, вот нашел. Вот этот, скорее всего, как шишка на левой стороне. Знаете, вот как бы ты ловишь птицу, чтобы проверить. Тогда гусь хромал. Ну вот вы видели, что хромал один. Он и сейчас грамульчику подхамивает, но уже получше. Ты его ловишь, чтобы посмотреть, что у него с той этой, с той, ну как бы лапкой. А они после этого все тебя боятся, потому что думают, что ты гоняешься за нами. Сейчас мне нужно поймать тот, у которого вот трава в этом. Ну как бы в клюве. Не трава, а от кукурузы. А не хочу этого делать, сейчас еще больше будут меня бояться. Вот, точно, вот этот гусенок, смотрите, видно? У него вот по левой стороне, вот прям возле клюва, какая-то такая плотненькая шишка, может, гематома. Может ударился о что-то, я не знаю, короче. Но я его ловил, посмотрел. Ну, блин, давай уже откуси, справься ты с этой кукурузой. Бля, ну что творится? Вот паразит. Не получается. Не понравилась, наверное, гусям трава. Не сильно они ее выбирают. Наверное, невкусная. Так, где гусенок? Выплюнул? Выплюнул. Все. Вот, он сразу начал траву кушать. Вот, выплюнул. Ну, вот так. Кто помнит, какой сегодня день... Напишите, пожалуйста, в комментариях. На самом деле очень приятно. Еще с 12 ночи начали все поздравлять. В Инстаграме мы загрузили небольшое видео с Мариной из фотосессии, как бы, ну, от фотографа. Кому интересно, переходите в Инстаграм, посмотрите. Вот ты какой бедненький, не как ему было кушать от этого, да? От качана, теперь как запихается. Все, вроде не сильно много кинул, но они на самом деле, они такие тут все едоки, что они немножко переигрывают, потому что орут как будто бедные, несчастные, голодные, а вот кинул два кабачка от кукурузы грамульчику и пучок зеленой травы, и все нажрались. Ну вот так, сейчас кинем еще маленьким гусятам, которые вот там сидят. Вот так, а ну, секундочку, вот так. На самом деле, вот оно кажется, что мало привез от сестры травы, но пол мешка мы нарвали одуванчика. И я вот уже сколько дней? Третий день, что ли? Третий день кормлю вот этих маленьких гусят этой травой. И им достаточно. О, как гремит. Смотрите, какие молодцы. Еще немножко и пойдут в общий двор. Грязные, конечно, становятся все старше и старше. Вы пишете высадить их, например, к утке с утятами или к утятам, которые без утки. Я не хочу. Вот это как бы соединение разновидовой птицы, разновозрастной. Здесь эти себя чувствуют нормально. Ну, немножко грязновато, потому что быстро замазывают. Маленькая клетка, но клетка все равно на свежем воздухе. А там начнут драться. Нечаянно кто-то выдернет кому-то перо. Распробуют, будут жрать. В общем, не хочу. Пусть сидят здесь. На самом деле им здесь нормально. Потому что хоть клетка и небольшая, у них есть вода, корм и зеленая травка. И свежий воздух, потому что они на улице. То есть, как бы, вроде и крыша есть, тенечек, но и при этом есть солнышко поутру. Так что я считаю, что им тут сидится получше. Ну, чем пойдут они в сарай. Написали, посади их в ту отсек для поросят, там, где сидели утята, вот эти 17. О нет, ребят, я уверяю, что тот отсек размером точно такой же, как эта клетка, а возможно даже немножечко поменьше, потому что там очень мало места для поросят. И все-таки там в помещении, тут на солнышке им лучше. Вот так, кормушку поставил большую, потому что они это...
ну, стали больше кушать, и та маленькая баночка, которая у них стояла, им не хватает. А воду больше не ставлю, потому что они купаются. То есть я понимаю, что они хотят покупаться, но пока сидят в клетке, я не хочу, чтобы они это делали. Они попили 2-3 раза за день, ну, или 4, может, ставим им воды, и все. И нормально. Как бы растут отменно, прям вот самый маленький, уже большущий, как банка 1,5-литровая, если вам для сравнения, чтобы вы понимали. Так что все хорошо. Все, пусть едят. Гроза как гремит. Все, пошли, вам покажу цыпляточек. Вот мои старшенькие. Они тоже едят одуванчик. Не кидаю им много, ребят, потому что как бы трава — это не тот корм, который им прям нужен сильно. То есть, понимаете, я им даю чуть-чуть. Мне не надо, чтобы они его тут все затаптывали и выбрасывали. Они сейчас раз-два поедят, страшненько им. Уже видно, где уточка, а где селезень. У уточек вот на чале расти колодочки. На крылышках вот это уточки. У самцов крылышко расти начнет позже. А еще вот что хочу сказать. Я бы их уже выпустил во двор, они не кусаются, все нормально. Но во дворе птичка кусается и дергает перышки. Поэтому на белых я точно не хочу выпускать, потому что на белых будет прям кровь видно отлично. Они те, кто на улице, они этих просто налысо обстригут. Поэтому крыло начало расти. Буквально дней через 10 у уточек крыло будет длинное. И уточек можно было бы выпустить. А самцы немножко позже обрастают. Вот самец, вот это с краю самец. Короче, вот это самец стоит, ну, селезень. Вот они, конечно, пусть еще посидят. Но я не буду их пополам разделять. Поэтому посидят они здесь как минимум еще 3 недели. Вы пишете, что они бледные, им нужно солнышко. А тут я не спорю, ну, как бы, закрытое помещение и улица, разница есть. Но от того, что нету солнышка, с ними ничего плохого не случится. Как только они через 3 недели выйдут во двор, ну, это плюс-минус 3 недели, да, вот со середины сентября, они буквально за 3-5 дней, клюв у них и лапки порозовеют, и они станут красивенькие. Солнышко они свое получат. В дальнейшем они вообще будут всегда жить на улице. А сейчас я просто не хочу их испортить. Птичка крупная, и чтобы ее не клевали, нужно, чтобы она посидела закрытая. Ну, вот так. А эти бармуты пойдут раньше во двор. Эти цветные, никто ничего с ними не сделает. Натя. Мамка, иди покажи. Иди им расскажи что-нибудь. Вот такие дела. Вот так. Вот, кто там... Вот так. Кто переживал, где делись цыплята? Кто не помнит, что это за цыплята, я сейчас вам объясню. Это цыплята, которые мне прислали яйцо. И это яйцо было оливкового цвета. Кто помнит, тут был один не лысый, а в пуху цыпленок и не собирался обрастать. Сейчас я уже не помню, какой из них, но вот кто-то из этих двоих, вот эти вот рябенькие, один был лысый, один был не лысый. Ну и, короче, они обросли хорошо, это петушки. Тут из вот этих всех цыплят всего 6 курочек, насколько я вижу, остальные петухи. Поилочка у них вот стоит, поубирал, подстелил, травы кинул, кормушка у них вот. Не буду сегодня ничего сыпать, пусть выедет с кормушки полностью. Цыплятки достаточно крупные уже, скоро будут кукарекать петухи, вижу, что хорошо подросли. И что еще хочу добавить, тут очень-очень много петухов, которые как бы здесь они не нужны. И сюда бы нужно подсадить какого-то другого петуха, потому что это все-таки с одного хозяйства. И из оливковых яиц у меня есть только... Так, кто там клюется? Из оливковых яиц только у Хейлюйки. Если сюда посадить у Хейлюйку петуха, он сделает кур черного... Ну, цыплят с черным цветом кожи, да?
А вот этого не хотелось бы. А если к оливковым курочкам посадить маранчик? А маранчики-то у меня будут лишние, как вы думаете? Там коричневое яйцо, а там оливковое, и будут такие они что-то среднее, да? Ну, я имею в виду, у цыплят от них будут яйца какого-то среднего такого цвета. Я в этом не разбираюсь, что с кем скрещивать, чтобы то или иное получилось. Но очень интересно, кого сюда можно запхнуть. А так тут вот, смотрите, какие хорошие петушки. Тоже немножко клевались, но уже пообрастали. Вон только у одной курочки спинка лысая. Ну и не надеюсь, а уверен, что и она когда-нибудь обрастет. А так все хорошо позарастали. Ну, такие вот красавцы. Ну и индюков опять поубирал. Уже в который раз читаю по поводу вот портулака. Пишите индюкам, индюкам, индюкам. Это не те индюки, которым нужен портулак или еще что-нибудь, или кабачки, или трава. Это бройлерный индюк, который будет жить у меня не дольше 5 месяцев, которого нужно откармливать, чтобы было много-много мяса. А чтобы было много мяса, нужно его кормить, ну, как бы кормить хорошо. Вот так. Все 10 чувствуют себя хорошо. Они живут у меня месяц. Я их пропоил от коксидиоза тетракоксом. Ну и все, пока больше ничего не делал. Вот так. Тетракоксом я пропаивал 2 дня. Вот. Тут уже оно потекло. И вот плохо видно. А нет, видно. Тетракокс. Антипротозойный препаратик. Вот этот. Вот так. Потому что сено, я уже много раз рассказывал, сено собрано на улице, ну как бы на сене есть пыль, я подстилаю сеном, а в земле хранятся яйца коксидий от очень многих разных видов. Вот так, поэтому пропоечка индючкам обязательно. Да, красавчики? О, ты какой засонный. Мне прям хочется еще кого-нибудь взвесить. Сколько тут прошло? 5 дней? Есть ли 10 килограмм в ком-нибудь или нету? Вы набрали вес? Сейчас они едят вот индюшиный комбикорм. А финиш уже вот от топ-корма. Он немножко, ну он самый крупный. Тут гранула тройка. Если вот этот гранула двойка, ну вот помельче, то здесь вот такая гранула троечка. Ну вот если сравнивать, смотрите. Видите, разница мелкая и крупная. И так как я беру вот этот сейчас комбикорм, ну не всегда, а если у меня заканчивается, то я беру его. Еще беру топ-корм и еще беру щедроныва. Короче, разные комбикорма беру, какие попадаются. То вот смотрите, от топ-корма, именно индюшиный комбикорм, он полностью сбалансирован и полностью им подходит. И у них начал формироваться кал. Ну вот помет, понимаете? То есть я им говорил, что они бывают дрыщут таким жидким. Не по носам, а вот жидким. Это тоже нехорошо, от этого индюки теряют в весе. Как бы это обезвоживание, они больше пьют. И, короче, так нехорошо. Хорошо, когда крутым ходят, вот так, убери голову, вот так, и это хорошо. Не могу сказать, что они прям все перестали жидким ходить, но этот комбикорм для них лучше. Вот так. Расход корма у индюков побольше, чем у простяка, то есть у простяка, чем у бройлера, обычного курицы бройлера. Поэтому, ну, во-первых, они растут дольше, во-вторых, у них и как бы вес, который хотим получить, больше, и поэтому и расход корма в разы больше. Они, у меня 10 индюков, ну и как минимум, и не могу точно сказать, но как минимум 5 килограмм в день они съедают, вот чтобы вы понимали, какой расход. Ну, примерно 5 килограмм съедают, да. На 10-рых. Вот так. Ну, во-первых, индюшатина-то дороже, чем ну, бройлеры курятина. Так что вот так. Поэтому пока мои индюки вырастут, еще не один мешочек я куплю.
А еще кормить как минимум 2 месяца. Хочу индючков до 20 килограмм. Ну, я все равно, то есть вы не думайте, что до еще 2 месяца будут все 10 живых индюков. Да хватит хвост клевать! Все равно кого-нибудь там 2-3 уберу. Еще написали, что их можно рассадить по 5 штук, им тесно. А вот как раз бегать им точно не надо. Потому что будут бегать, прыгать, они, птица тяжелая, будут друг об друга ударяться от вот этих... Сильно тут и не побегаешь, ну,